Музей. В представлении среднестатистического обывателя это довольно архаичная консервативная структура. Так ли это? Свет должен пролить наш сегодняшний гость, директор губернаторского историко-краеведческого музея Александр Ушаков. Александр Матвеевич, подведомственное вам учреждение, главный музей Оренбуржья. Что он собой сейчас представляет? Добрый день, Анатолий. Э -э -э Можно просто Александр. Вот, вы абсолютно правы, что очень много стереотипов существует в современном обществе по поводу музея. Что касается нашего, то это один из старейших не только в области и в ПФО, но и вообще в России. Снова он был в 1830 году. И, конечно, такая очень мощная институция, можно даже сказать, немного неповоротливая, неповоротливая медлительная, вот, но при этом обладающая большим потенциалом и музейными предметами, и сотрудниками, и зданиями, и площадями. Вот, и сейчас пытаемся этот музейный корабль направить ну, в соответствии с современным запросом общества, с какими-то новыми веяниями, которые есть в стране, в мире вообще. И активно вот последние там, три года над этим работаем, как я сам перешел в эту организацию. Из Орска, я так понимаю, да? Как там сейчас э положение именно с музеями? Ы -ы ну, у меня там был один еще пр пр промежуточный этап после Орского музея пять лет работал в музее Черномордина, Наверное, тоже про него все наслышаны. Собственно говоря, вот из этого частного музея уже перешел в Оренбург. Хотя не ожидал, но вот так получилось волей судеб из частной институции в государственный. Вот сейчас пытаюсь опыт, полученный и там, и в Орске, потому что вы правильно заметили, Орск такая альма-матер, где сформировался, где ну, привили интерес, любовь к музею, где научили ну, стараться разбить стереотипы, про музей И вот ну, постарался лучшее привнести сюда, э, в город Оренбург, в один из старейших музеев. Как разбивать эти стереотипы? Своим личным примером и работой с коллективом, с командой, и поиском каких-то новых веяний, каких-то новых экспериментов, что ли. Хотя порой это очень и очень непросто получается, потому что, ну, как я уже сказал, что музей очень неповоротливый, очень медлительный, консервативный. Ну, в силу того, что у него специфика такая, он хранит, у него основная задача, конечно, это сохранять историческое наследие, предметы, которые собирались веками, вот и ну, передавать их потомкам. И вот в, в такой деятельности иногда очень сложно экспериментировать. Но запрос общества такой, что верно заметили один из стереотипов, знаете, кто ходит в музей? Пионеры и пенсионеры. То есть, да, школьники, ну, соответственно, и их там бабушки, дедушки. Второй такой стереотип есть, что сколько раз в жизни ходит человек в музей? Два раза. Почему? Когда он сам школьник, и когда он приводит с собой ребенка. И вот с этих стереотипов мы начали работать с коллегами, чтобы человек как минимум хотя бы три раза или четыре раза пришел, познакомился с тем, что у нас изменилось, какие у нас новые проекты, выставочные мероприятия издательская деятельность. То есть достаточно большой спектр. Ну, то есть и запрос возник на работу с разными аудиториями, с молодежью. Ну, то есть те, кто ну, в силу разных обстоятельств либо не интересуется музеем, либо считает его скучным. То есть не находит свободного времени. Ну, то есть выделить свое время, чтобы уделить внимание себе и музею. Вот. И, как мне кажется, вот достаточно интересная картина получается за вот эти последние два года нашей работы. Ну, учитывая то, что вы только что сказали, для школьников понятно, какая-то экскурсионная программа присутствует, плюс, опять же, учителя поведут своих подопечных, пенсионерам тоже вроде бы оправдано, а вот как тогда средняя возрастная категория студенты или еще старше? Для них как вот сделать привлекательным посещение музея? Знаете, тут такой момент, что вот вы про школьников сказали, пенсионеров, даже с ними изменилась конъюнктура то есть сейчас настолько мало у всех категорий свободного времени. Ну, школьники готовятся к ЕГЭ, там, участвуют в конкурсах, что если раньше все как пионеры ходили в музей, сейчас это достаточно ограниченное по, ну, по, по количеству аудитории, потому что все заняты, там нельзя на автобусе выехать, ну, там много сложностей. Даже за эту аудиторию приходится бороться разными, ну нашими мероприятиями, событиями, нашими проектами. Причем приходится бороться там за, буквально за свободное время и конкурировать не с другими музеями, допустим, в нашем городе или в области, а с театрами, с кинотеатрами. Ну, сейчас кинотеатры немножко выбыли из гонки, но все равно люди всегда выбирают, на что им потратить это свободное время, которого сейчас не так уж и много. Как же выиграть вот в этом споре? Ну, знаете, для себя мы определили, какие составляющие успеха, когда ты вовлекаешь своего посетителя в эту историю, то есть, ну, заинтересовываешь его, допустим, его корнями, его семьей, родословной или какой-то привязкой, допустим, к месту. Сейчас очень много оренбуржцев стало интересоваться историей города, то есть у нас достаточно популярны городские экскурсии пешеходные разные маршруты, которые мы внедряем и в городе, и с привязкой к музею. Uh, установили вот таблички совместно с нашими партнерами по советской. То есть люди могут QR-коды считать и узнать информацию и про музей, и про здание. Очень популярная история, связана с архитектурой, с урбанистикой. Ну, все, что сейчас в тренде, и музей старается не отставать, и, ну, как бы следовать вот в ключе, то есть поддерживать общий интерес, который есть у, у, у молодежи. В штате привлекли дизайнеров, молодых художников, фотографов. То есть пытаемся еще и картинку изменить, и представление самого музея, чтобы он был более современным. То есть, ну что называется, разговаривать с каждой аудиторией на своем языке. И это, ну, иногда получается. Тогда и результат хороший. И, соответственно, ну и привлекать разных партнеров, потому что партнер приводит не только с собой там, не знаю, финансовую поддержку, административную, но ну, и приводит свои, свои коллективы, свою аудиторию, там, своих помощников. То есть вот такими способами э, стараемся, что называется, быть в тренде. Ну, вот, вот опять же вопрос. Поехал человек в Санкт-Петербург, обязательно для него посещение, не знаю, Эрмитажа, зо, Зоологического музея, концкамеры Как сделать так, чтобы вот этот человек, который наверняка в Оренбурге живет, и все три наших главных музея, возможно, вернее, они наверняка не посетил. Вот как сделать, чтобы он это сделал обязательно? Это сложный вопрос, честно, потому что, ну, так устроено, мне кажется, что оренбуржцы, ну, не только оренбуржцы, те, кто живет у себя в городе, в регионе, они, как правило, там, наслышаны об Эрмитаже, там, о Русском музее, о Кунцкаме, как вы верно заметили, то есть таких брендах сильных, не всегда интересуются своей историей. Но вот последние года, особенно вот после ковида, мне кажется, какой-то всплеск именно и интерес к своей истории. То есть люди составляют свои родословные семейные, люди интересуются, что за здание находится или в котором они живут. То есть ну, такой тренд, мне кажется, есть и, и, и в регионе. Различные общественные организации появляются, которые борются за сохранение памятников и так далее. И вот, мне кажется, главное музей, ну не отставать и все время быть в повестке, присутствовать не всегда даже может быть напрямую связано, ну, что, что связано с только с музейной деятельностью. Еще вот вы спрашивали, как бороться. Одно из средств мы стараемся рассказывать про нашу кухню внутреннюю, то есть как устроена работа музейщика, что мы делаем, как мы это делаем, где мы храним вещи, потому что часто вот возникает вопрос, у вас кроме сарматского золота ничего и нет, там, ну и предсмертной маски Пушкина. На самом деле фонды музея это больше 130 тысяч предметов, но вот в течение года мы показываем примерно 4-5 тысяч. И ежегодно происходит замена, поэтому как бы, мы людей приглашаем. Даже приглашаем э, их в фондохранилище, в Святую Святых. Какое-то количество ограниченное, но вот делаем мероприятия, такие экскурсии в э, фонды, чтобы люди могли увидеть, что там еще есть. Но это обычно очень малое по количеству, очень э, краткое, редко повторяемое в разные там, ну, и форматы экспериментируем. Вот одна из последних, мне кажется, удачных, это ночная экскурсия с фонариками в музее. То есть люди привыкли видеть это здание, уже приходят там несколько раз, а вот в таком ракурсе ни разу не видели и с удовольствием записываются. Ну, то есть опять, знаете, так, такая, такой эксперимент с соблюдением ну, всех существующих рамок. Дальше еще разные форматы мероприятий пробуем. Вот, допустим, в прошлом году, ну, и как бы вот наследие ковида, пришлось выходить на улицы. Про городские экскурсии я вам уже рассказывал. А еще вот у нас замечательная площадка есть «Музейный дворик». И в нем провели фестиваль молодежной культуры. То есть это молодых фотографов, художников привлекли. И люди, которые раньше вообще в музей не ходили, придя на фестиваль, потом стали интересоваться, а что в музее происходит. То есть те, кто рядом живут, проводят там время, слушают концерты, музыку. То есть, ну, вот музей немножко выходит, конечно, не в свое поле, но играет в свою пользу, чтобы как раз-таки ну, заинтересовать э, горожанина и гостей. И так часто бывает, что люди, даже оренбуржцы, кто уехали из города, э, ну, больше следят за повесткой и рассказывают про нас в других городах, чем э, местные жители. Ну, вот э, тенденции пока такие, скажем так. Может быть, ностальгия мучает людей. Ну, вот вы упомянули музейный дворик. Я так понял, это один из ваших проектов, который вы хотели развивать. И тем более, вот в больших городах, соседях, там, я не знаю, вот недавно был в УФЕ, в Самаре, да. там как раз вот такие вот площадки это место силы, и там народ очень здорово собирается охотно. И вот получит ли развитие музейный дворик? Вот как вы себе это видите, планируете, чтобы стал такой полноценной площадкой, которая постоянно притягивает людей. Абсолютно. Это наша самая главная цель именно в том, что, ну, знаете, пока сам музей вот требует, конечно, обновления, и мы этого очень сильно ждем и готовимся к этому, там, документацию собираем, разрабатываем концепции и так далее. Но это очень длительная по времени история. А дворик, он здесь и сейчас, и он требует не таких значительных вложений. И самое крутое, что на него откликаются партнеры, которые нам оказывают финансовую поддержку, административную поддержку. То есть ну, элементарно даже, э, там, ну, знаете, как э, кто-то приносит там, с собой цветы и украшения, кого-то интересует какая-то культура, хочет свои работы выставить и поучаствовать. И наша задача как бы, ну, реагировать на каждое такое предложение, ну, адекватное, конструктивное, которое будет полезно и интересно горожанам и хотим дальше как бы расти, потому что советская, ну, большой трафик формирует людей, и, к сожалению, ну, часто она, скажем так, ну, не загружена, очень небольшое количество кафе, мало магазинов, ну, то есть, чем людям заняться, кроме прогулок, и как раз, как кажется, музей может выполнять, ну, заполнить это время частично, как бы, заинтересовать человека. То есть, какие-то, вы предполагаете, кафе или там ну, это наша такая следующая мечта, то есть вот площадка появилась, и мы на ней проводим мероприятия там, ну разного формата, а людям ну, нужны сопутствующие услуги. Допустим, вот в прошлом году мы запустили свою сувенирную продукцию, ну небольшую, правда, пока, но сувенирная лавка есть, опять же местных э -э, производителей. В следующий момент, людям хочется уже кафе, то есть какие-то напитки, еще что-то. Это следующий шаг, ну там много есть административных нюансов, но вот сейчас над ними работаем. Ну, чтобы там изменить и устав, и прочее, прочее, прочее. Чтобы было все официально оформлено, и люди могли прийти попить кофе. Ну, то есть, как это, знаете, что, что людей раньше удивляло, сейчас это норма. То есть, она хочет, хочет сидеть, там, лицезреть картины, работы и пить кофе, там, есть какую-то выпечку и так далее. То есть, тут много требований у самих наших посетителей. Ну, есть над чем работать, да. Вот вы упомянули сарматское золото. Это, я так понимаю, основа основ и самое главное. Шикарно оформленная экспозиция, действительно очень красиво все, роскошно, можно сказать. А обновление вот экспонатов, то есть экспедиции, как вот это происходит? К сожалению, конечно, у музея нет своей экспедиции. Это такая тоже, ну, мечта или цель, чтобы музей обзавелся своей экспедицией и мог сам на регулярной основе проводить. Ну, вот такие пополнения. Но мы пока участвуем, наши сотрудники участвуют в экспедиции Института археологии РАН ну, из, из Москвы. То есть у них ежегодно проходит э, э, вот как раз-таки в, в известных захоронениях э, сарматских. И по результатам этих раскопок экспедиция научная передает находки в наш музей. Но мы участвуем, скажем так, ну в качестве одного из э, сопартнеров. А задача и цель, конечно, чтобы вернуть музею свою экспедицию научную чтобы штат пополнить профессиональными археологами не одним, хотя бы там, чтобы несколько было. Ну и, соответственно, это уже другой формат и другие возможности. Потому что, конечно, золото нам э, дает на основной трафик э, людей. Ну и вот на ближайший год себе ставим планы, чтобы наша коллекция еще прозвучала и в стране. Не только в нашем музее, не только в нашем городе. Сейчас вот есть несколько перспективных проектов выставочных, когда нашу коллекцию приглашают и в Москву, и во Владивосток. Вот сейчас ведем переговоры. Решаем административные все вопросы и хотим, ну, чтобы об э, Оренбурге еще узнали и там. Не только с, при помощи пухового платка, скажем так, знаете, классический бренд, но есть еще и ряд других, которые позволят. И запрос есть такой из вот этих институций. Просто очень сложные административные преграды, связанные с транспортировкой, с выставкой сарматского золота. И такая работа уже ведется. Я надеюсь, что мы еще увидимся. Я вам, ну, поделюсь какой-то радостной новостью, что это будет э, реально большая, большая проделанная работа. Вот вы сказали, что, ну, возможно, люди гуляют по советской, считывают QR-код. Как вообще вопрос компьютеризации решается? Вот современность со вообще не представить без интернета. Но ну, и естественно вам тоже нужно выходить в интернет. Да, здесь, здесь тоже сложности есть определенные. Технические есть, связанные там с особенностями нашего здания. Ну, и есть финансовые, правда, сложности, которые не, не всегда позволяют ну, вот, идти в ногу со временем. Здесь приходится только вот, участвовать в грантовых конкурсах, которых достаточно много сейчас. Ну, в нашей стране, даже в регионе есть гранты. И путем участия в них как раз-таки пополняем эту базу ну, свою материальную а, обновляем. Элементарно там с бесплатного доступа, хотя бы Wi-Fi. Для нас это пока ноу-хау, no пока мы не, не можем похвастаться. Но это следующий этап, когда ну, внедри внедримые это элементарные, скажем так, для посетителей. Видите, вы сразу улыбались, потому что, ну, это такая уже кажется архаика, но, к сожалению, пока у нас такого еще нет. Так, также вот в проработке вопрос с аудиогидами, чтобы посетители могли спокойно, без экскурсовода погулять. Но ну, это тоже большая-большая работа, колоссальная. То есть нам сейчас, знаете, как... Ну, там элементарно закрываем потребности с социальными сетями, с, там, с присутствием телеграм-каналов, ну, вообще в, в, медийном пространстве, чтобы музей хотя бы звучал. Даже элементарно ну, не всегда получается в рекламном поле присутствовать, потому что это ну, совсем другие бюджеты. Но там, позитивные сдвиги есть, скажем так. Вот. А есть и задумка технических проектов, я думаю, что там -то, ну, в то ближайшем будущем тоже музей здесь сможет удивить наших посетителей. Пока все в работе, если честно. Но вопрос остро стоит, вы правильно замечаете. Ну, без рекламы никуда, мы, как знаем, движители прогресса. Вот вы сказали, что 130 тысяч экспонатов. А где они хранятся? В подвалах, я знаю, новое какое-то помещение? Ну, вас... ну, вот помимо нашего основного здания на Советской, 28, у нас еще есть здание, отдельное здание фонда хранилища. На улице Чернореченской оно располагается, соседствует со зданием ЗАГСа. Ну, наверное, знаете. Вот, как раз вот все это здание старца. торца, это полностью здание нашего музейного фонда-хранилища. Там как раз основная часть коллекции располагается. Часть в советской, часть в этом. То есть тут, вот туда мы как раз делаем вот эти открытые э, показы, экскурсии делаем, э, ну, раз в каком-то определенном времени. Так что тоже приглашаем всех гостей, чтобы следили за новостями и записывались на экскурсии, могли посмотреть. Ну, чтобы обеспечить зрелищем гостей, э, нужны работники, кадры. Как эта проблема сейчас? востребована ли... Профессия музейного работника. Да, вы прям по всем болевым точкам проходитесь. Ну, как и в, как в любом, наверное, в любой организации в регионе, конечно, кадры очень нужны. Причем не всегда только профессиональные музейщики нужны. Я вам говорил, допустим, это и фотографы, и дизайнеры, и маркетологи, и пиар-менеджеры. То есть, ну, вот весь, скажем, штат, который раньше не был, ну, не присутствовал в музее, или там присутствовал достаточно в ограниченном количестве сейчас запрос именно вот на такие узкие специальности. И, конечно, запрос э, э, и на молодую кровь. Ну, то есть, чтобы об, обновить и коллектив, и привнести какие-то изменения, чтобы говорить с посетителями на их э, языке. Но при этом, ну, не, не разрушая существующие основы, связанные вот с хранением, с комплектованием фондов, это тоже очень-очень важно. То есть, тут главное, наверное, знаете, как не заигрываться, ну, с, чересчур вот знать чувство меры, потому что музей все-таки вот, ну, надо очень аккуратно всякие изменения привносить и ну, не забывать основную функцию и задачу музея. Ну, при всех нюансах. Хотя иногда, конечно, хочется что-то очень такое экстраординарное сделать, но стараемся в рамках себя держать, чтобы соответствовать нашим уставу нашей организации, скажем так. Ну, вам в какой-то степени проще, потому что у вас музей главный. А как вот сотрудничать... Ну, главный в Оренбурге. А как происходит взаимодействие с другими музеями? Ну, вот, условно говоря, с оренбургскими. Вдруг какие-то вот еще выходы на муниципальные? Вот опять же музей Черномырдина вы упоминали. Да, тут знаете, как могу сказать, что... Ну, термин там или, как сказать регалия, главный музей, она очень условная. Ну, для меня, по крайней мере, потому что сейчас настолько специализация есть в конкретных музеях, и у нас есть музейное сообщество, в которое входит и муниципальные музеи, и частные музеи, и ведомственные. Вот активно еще работаем со школьными музеями. На самом деле их достаточно очень большое количество в Оренбургской области. Просто не всегда как-то, ну, они там, можно сказать, подсчитываются. У них Кадровая проблема еще больше, чем, соответственно, ну, в Оренбурге. Иногда приходится как раз-таки помогать и реализовывать совместные проекты. Собственно говоря, чем мы занимаемся. Надеюсь, тоже в ближайшее время будет несколько интересных историй. Но проблемы-то у всех одни. Абсолютно. Ну, может быть, тогда подводя итоги, какие-то вот наработки вы сказали, есть наработки. Ну, поподробнее о них. И, наверное, вот что, оптимизм или пессимизм у вас превалирует в завтрашнем дне. Я хотел вот из последних показать, что один из результатов нашей работы вышел второе издание каталога оренбургского фотографа Карла Фишера. И сейчас оно есть в нашей сувенирной лавке и в, в сувенирах Оренбурга на Советской у Игоря Валентиновича Храмова. Вот Это как раз-таки замечательное издание к 280-летию Оренбурга с разными видами Оренбурга. И как раз-таки вот, э, рекомендую всем заполучить свои книжные коллекции. Также э, в этом году будет несколько крупных выставок с другими музеями из других регионов. Сейчас вот, как только документы, все договора подпишем, Обязательно новости расскажем. То есть, сейчас такая вот административная часть. То есть будем ждать всех оренбуржцев на выставках крупных, интересных. И, конечно, готовимся к сезону открыть музейный дворик снова как наступит тепло. Ну, соответственно, ночь музеев, ночь искусств, программы готовятся. Будем рады всех видеть. Ну и, конечно, хочется, конечно, сделать музей более востребованными. Не только в городе, но и вообще и, и, и в регионе. Ну что ж, удачи, успехов! Спасибо, Наталья. Сегодня гостем нашей студии был директор Оренбургского губернаторского историка краеведческого музея Александр Ушаков.